Всем привет, давайте послушаем, сегодня вышел трек у кого там, Бато Джимбо Сими. Если честно, я не знаю, кто такой Бато. А, Бато это вроде бы знакомый или приятель у Лизера, что-то такое, ну, слышал. Ну, Джимбо знаю, Сими знаю, мы таких ребят, джунгли, будет интересно глянуть. Ну и давайте еще один трек посмотрим, Юник, НК, Артем Шиловец. И White Punk вместе с ними запрещена. Интересно будет послушать. Так что давайте начнем с джунглей. Ну, с вас я хочу попросить ставить лайк, комментарий. Если вы не подписаны на канал, то советую это сделать. Здесь говорят правду. Ладно, погнали. Погоди, запрятал паттерн, чтобы быть намного... Бато застрял как джангл. Фок 5 я забил как Чапа. Биг бой замутил тут траблы. Как Лил Амон, кручусь на улице. Перебил склад, да не делают как курицы. Вырубил как дерево, запачкал руки, мне все равно. Станцевал латину у трупа. Не подходи там близко, не подходи, тут риски. Фантом как Майкл. Но нет на радаре. Energy King сломал все биты, как поломать стекло. Разметлиться им. Бато застрял как джангл. Запомни, успех — дело времени. Выход из дикого племени. Ну, кстати, у Бато голос такой, знаете, специфический. Очень напоминает какой-то ультскульный флоу. Ну, как это ультскульный флоу, да? Как там у Гуфа ультскульный флоу, да? Там у Басты все такое, да? Ну, у Бато это присутствует на самом деле. А вот здесь фраза «Фантом как Майкл» — это Майкл Джексон, да, имеется в виду? Не знаю, честно. Но сейчас Джимбо будет. Племени. Люди построили стены, палю микросхемы под этими шлемами. Мясо со звездой Мишлена. Влетаю на трек, словно Айртон Сена. Бит обводит белым мелом. В деле Хелла Хилла мел. Тысяча рук в них, тысяча лезвий. Захожу в клуб, забираю двух лесбий. Грязное дерби, играю за Сейнт Пи. Тебя порежди, я не про сэмплы. Речь в проценте. Курю фазенды, мой стиль индепендент. Когда-то на бенды мы пушили темпы. Теперь сделал имя, оно стало брендом. Воп, воп, воп. Засылаю пули им в лоб. Вылез из-под земли в топ. Миллионер из трущоб. Воп, воп, воп. Засылаю пули им в лоб. Вылез из-под земли в топ. Миллионер из трущоб. Блин, ну какой же тут классный вайб у Джимбо. Реально, очень классный вайб. Очень классно разнообразил своим офигенным флоу, Джим, офигенный флоу. Помните, его обладает в клипе Hola Players, вроде, да? Джимбо тоже вообще, ну, то есть, ну, убил бит. И здесь то же самое, играется с битом, играется классно с битом, нравится флоу его. Так, и остался на Сими, да, получается? Сими, потом Джимбо и Бато, да, вот работа, окей. Давайте Сими послушаем, что Сими сделает. Да, снова вырубаю сотку. Молодого прикроет купола высоток. Сими забивает треху. Молодой, учись, как делать на поху. Я дядя бог скользкий, будто смазан воском. Гипо так легче передвигаться в Москву. Это там, где на проводах кроссовки. Это там, где типу на босс. Нига хочет дыма, значит глупый нига. Череп таким нига крошит катапиля. Нига решил прыгнуть, значит нига гнида. Нига дал нам мясо, как голодным псинам. Закрутил колено, у него артрит. Это не экзамен, но я могу завалить. Забыл сон под глазами фонари. Увидишь мое дуло, сразу помолись. На подожди, я не про сэмплы. Летаю на трек, словно Айртон Сена. Прикольно. Классный такой биток, да. Ну, Сими, в принципе, имеет место быть, здесь имеет место быть. Но вот, если честно, вот если еще был бы пар Джимбо, да, какой-нибудь, ну, было бы поприкольней, да. А так, в принципе, трек не длинный, да, и три исполнителя, две минуты, маловато, да. Но радуемся тому, что есть, в общем, да. Трек офигенный, поставлю 8 из 10, ну, все почти понравились, ну, все понравились, да. То есть круто, они, в принципе, на все на одном уровне, ну, не, как это, Бато и Сими на одном почти уровне, да, а вот Джимбо на уровень выше, то есть здесь он классно, ну, себя проявил, мне кажется, вот, то есть. Ну, в общем, круто сделали, ничего,
вопросов не имею. Так, вот это что ребята сделали, мне тоже интересно. Погнали. Формативы мою память. Не хочу тебя я больше помнить. Но чисто вырежу в голове мои образы. Твои губы, я помню твои губы. Я помню твои губы. Губы, помню, помню губы. Я помню твои губы. Я помню твои губы. Твои губы, губы. Помню, помню губы. Забывает твой взгляд. Напомни, кто ты, кто я. Как успешно мира. Как меня запрещено. Хорошая строчка, как ЛСП номера. Кстати, была реакция на ЛСП номера, ее забанили. У всех реакции забанили на ЛСП номера. То есть даже реакции банят, хотя это странно, то есть... Ну, если как бы, если в реакции у меня был бы трек обрезан, да, допустим, то есть я себя там много пауз делал, все такое, то есть я так, типа, сразу слушал, то есть я так обычно слушаю, а потом уже мнение высказываю. Топ не забанили, а так забанили, тварь. Из-за какой-то малолетней бляди, которая упала с этого, с крыши, этот трек заблокировали. Вот, блин. Пипец, конечно, жалко Олега было тогда. Бабочки в животике, запускал через рутики. Дома, как ранее весной, у наших частот теперь. Как туман накрывают нас эти чувства тонущие. Все хотят всего лишь меня раздотронувшись. Все хотят высоко и без помощи. Дай мне поцелуй, что дарит сотни киловатт. Меня мы друг от друга далеко, но ведь так больше нельзя. Но ведь так больше нельзя. Ведь забывает твой взгляд. Все напоминает о сейчас. Я не думал, что так будет, как теперь у нас. Как теперь у нас. Забывает твой взгляд. Напомни, кто ты, кто я. Как ЛСП номера. Для меня запрещено. Бабочки в животике. Запускал через рутики. Дома, как ранее весной. У наших чувствах теперь. Как туман накрывают нас эти чувства тонущие. Все хотят всего лишь меня раздотронувшись. Они все хотят высоко. Ну, знаете, что я хочу сказать? Вот здесь отлично вот, было бы офигенно, если бы к вайтпанку, да, еще бы здесь бы Майота прописать. То есть у Майота очень приятный флоу, да, очень подходит для, ну, для такого бита, для таких вот приятных лайтовых песен, да. Сюда Майота бы еще вписать, либо к вайтпанку его бы сюда вписалось офигенно. А, либо... Ну, либо просто отдельным его, как бы, куплетом, да? Ну, ну как бы, круто, все равно крутой трек. А, ну, он не прям, знаете, такой разрывной, да, там. А вот такое, блин, чисто послушать, покайфовать от приятной музыки, типа, на лайте. А, ну, 80 бы поставил, как бы, хороший трек, мне понравился. Я бы его слушал спокойно, без всяких там этих. То есть, мне понравился. Не знаю, что отметить, он такой приятный, очень мелодичный. Я помню твои губы. Классно. Классно, в общем, пишите свои комментарии, что вы думаете. Мне интересно будет почитать. И буду с вами прощаться. Всем удачи. Всем удачного дня, удачного времяпровождения. Всем пока. Обнял.